Проводить занятия по растяжке на свежем воздухе Андрей Холодков начал совсем недавно. Место для стретчинга инструктор выбрал не случайно. Ранее занятия проходили на лыжной базе. Там, по словам Андрея, было не очень удобно. Высокая трава и неровная поверхность мешала спортсменам выполнять упражнения правильно. Теперь занятия будут проходить в районе поймы реки Сатис. Здесь, конечно, лучше, гораздо лучше. Площадь очень хорошая и покрытие очень хорошее как раз для всяких стоек. Здесь как бы идеально. В период самоизоляции многие саровчане перестали заниматься спортом. Именно поэтому Андрей решил проводить бесплатные занятия на свежем воздухе. По его мнению, это поможет многим завести новые знакомства, а заодно и привести себя в форму. Я знаю, что люди уже не то что моего возраста, а гораздо моложе, они просто никакие. У них болят и спинки болят, и ножки, вот, и грудной отдел. И поэтому решил в этом плане с ними начинать заниматься. Такая более оздоровительная растяжка, небольшая, легкая. Занятие в Саровской ривьере пройдет уже в это воскресенье, 12 июля. Прийти на растяжку могут все желающие старше 13 лет. С собой необходимо принести коврик и бутылку воды. Форма одежды спортивная. Начало в 10:00. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.